9 документальных фильмов за 4 недели. В рамках фестиваля «Дни научного кино» в художественной галерее будут показывать фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, которые познакомят зрителей с разными областями науки. Все киноленты новые. 6 из них вышли в прокат в 2018-м, 3 – в этом году. Мы побываем на Крайнем Севере. Мы пройдем путем Семена Дежнева. Мы отправимся на Камчатку к бурым медведям и проследим в течение целого года, первого года жизни несколько медвежьих семей. Будут фильмы о компьютере, о безопасности компьютера, о компьютерах в нашей жизни. Проект призван познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке. Организаторы фестиваля надеются, что кого-то киноленты вдохновят на собственные исследования. Большинство фильмов имеют возрастной ценз 12+, поэтому это средние школьники, старшие, студенты и взрослые. Нам очень хочется ученых увидеть здесь, в зале. Показывать документальные фильмы будут по четвергам и субботам с 28 ноября по 28 декабря. Вход бесплатный. Подробнее познакомиться с афишей фестиваля можно в официальной группе художественной галереи ВКонтакте или уточнить по телефону 702-87-702-94. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.